Недолгой была новая командировка Сергея Подгайнова в органы городской исполнительной власти. Экс-вице-мэр, в последнее время возглавлявший управление дорожного хозяйства горсовета, был уволен с этой должности мэром Геннадием Трухановым. Решение принято в связи с переходом Подгайнова в областную государственную администрацию. Он занял должность заместителя председателя ОГА. Отметим, что у чиновника довольно разнообразная должностная карьера. Он уже возглавлял управление дорожного хозяйства, а во времена Алексея Костусева был вице-мэром. С 2014 по 2015 годы Подгайнов руководил госагентством автодорог и вот, наконец, стал заместителем губернатора Одесской области.